Судячи із панічних настроїв в телевізійних студіях його рупорів, справи у них йдуть поганенько. Ба більше, попри заяви про просування окупантів на фронті, у них зараз чи не найбільші втрати з початку так званої СВО. А ще тут прямісінько сюрприз під ялинку Кремля. Зростає невдоволення серед громадян Федерації. Знаєте чому? Ось, будь ласка, дивимося. Мой погибший сын был многодетным отцом. Мы оформили опеку над тремя его детьми. Но почему-то везде мы слышим отказ. С стороны на административном уровне идет прямое нежелание и отказ оказать государственную поддержку семьям погибшим воинам. Нам отказано предоставление льгот, выплат, выплаты за государственные награды и другие социальные гарантии, которые предоставляются павшим защитникам Отечества по линии Министерства обороны. Он штурмовик, пулеметчик. Каждый выход боевика, штурмовика, пулеметчика – это подвиг. Но государство его наградило, но мы до сих пор не можем получить награду. Прошу объяснить, по какой причине не реализована эта награда. Дело в том, что нет награды, нет льгот, нет никакой помощи от государства. Убедительно прошу найти награду моему сыну и вернуть его домой. Ее. Просим вас оказать нам помощь в получении федеральных, региональных, страховых выплат в соответствии с постановлением Российской Федерации от 24 ноября 2023 года за номером 1987. Выплате, просим оказать помощь в выплате единовременного поощрения при награждении государственными наградами на основании указа президента Российской Федерации от 25.07.2006 года за номером 765. Просим оказать содействие в назначенні воєнної пенсії, яка виплачується сім'ям погибших в Міністерстві оборони. Хто не зрозумів, вони не загиблих рідних зараз оплакують, а відсутність виплат. Бо ж свого часу вони повірили військовому керівництву Федерації, повідправляли своїх синів та чоловіків на війну, це щоб покращити матеріальне становище, а тепер ні чоловіків, ні грошей. А у Путіна цим вправно маніпулюють. Спочатку обіцяють величезні виплати за підписання контракту. Потім же роблять так, щоб окупанти не побачили ані грошей, ані своїх рідних, бо більшість з них вмирає на війні. Це робиться дуже просто. Для того, щоб отримати громадянство Російської Федерації, можна заключити контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. Заключение контракта идет от года до 5 лет. После того, как заканчивается контракт, вам дают российский паспорт, и вы становитесь гражданином Российской Федерации. И не надо вам никаких разрешений на работу и тому подобное. При этом 100% будете находиться в зоне СВО. Зарплата идет от 210 тысяч рублей ежемесячно. Я думаю, все равно больше, чем вы здесь зарабатываете. Вот, бесплатное лечение. Санаторно-курортное. Да, страхование жизни. Вот, статус ветерана боевых действий. Ты что киваешь, ты понимаешь, о чем я говорю? Что просто? Весело это. Да. Вот. Кто, желающие есть? Поднимите руки. Нет, кому-то. Желающие. Давай туда, на родину. Да-да, едем на родину. До слова, справжні втрати, звісно, Російська Федерація досі приховує, як і те, що на болотах відбувається мобілізація. А от в питаннях, до речі, мобілізації, там зараз всі методи згодяться. І ось зараз вже навіть хворих, кволих та поранених відправляють на фронт. До речі, силоміць і у кайданках. Пацани, давайте я поїду, я надіюсь, з вами так не буде вести. Просто скажите, чтобы он набрал, как вы сказали, руководителю военно-следственного отдела, то что сейчас попросили, чтобы он лично набрал туда. Что я передал, вы просили, нас не выпускают, просто нас по одному выводят. В наручниках выводят по одному.
Ось це відео зафільмували у військовій частині в Краснодарському краї Російської Федерації. З неї, до речі, вже чимало поранених відправили до зони бойових дій, незважаючи на скарги та проблеми зі здоров'ям. І таке явище зараз, до речі, не поодиноке на Росії. Ось тут зібрались із стоячих військовослужбовців, які намагаються відправити сьогодні прийомку 24.12.2024 року, а Кушнаренко, командуючий, и майор Куштаренко, старший лейтенант, и майор Камушин. Вот, созвали нас, вызвали по очередности, даже у кого в категории D, в категории V. Вот, у меня категория D, например, к примеру, гепатит С, социально значимые заболевания. Вот, все равно, говорит, едешь там, дождаться в госпитале, у меня госпитализация. И вот здесь, ну, также лица стоящие здесь, то же самое. Вот, основная информация те, которые там не могут находиться. Нам... Не дают ВВК пройти. ВВК назначен на Краснодар, краем назначен. Назначен, получается, базой. Не дают пройти ВВК. Где такое видно, чтобы с мирного населения, чтобы новых детей отправили лечиться? Не дают закончить ни ВВК, ничего. Ни прохождения ВВК, ни отпусков. На войну с гепатитом отправляют. То есть не хотят, чтобы армию заражали, что ли. Нами составлена коллективная жалоба прокурора Краснодарского края. Вот, уже коллективно отправили адвокату. Вот, отправили в прокуратуру. Вот. В общем, просим о помощи. Половину с гепатитом. У кого-то категория ВД подтвержденная. Все равно отправляют. У кого-то онкология. У кого-то онкология, вон говорит. Просто привозят туда, забирают в Луганск, вот, говорят, что якобы в тыловой район, а сажают в эти блиндажи, забирают сотовую связь и все. И, то есть, ну, потом на передовую отправляют на нулі. Але давайте відверто, невже для нас з вами це новина? Ні. Ну, я про те, що для Путіна ось ці люди всього-навсього гарматник, якого зовсім не шкода. І про це, до речі, свідчать зараз і так звані м'ясні штурми на сході нашої країни, де Путін, уявіть, навіть техніку більше береже, ніж своїх вояк. І це ж зрозуміло чому. В бункерного зараз не так багато то часу залишилося, щоб досягнути за менше як 2 місяці те, чого не зміг взагалі-то з 2014 року. Тож дуже підгорає від того, що відбувається і на політичній карті світу. І, звісно, від того, що все менше часу залишається до інавгурації Трампа. І знову на публіку тут вилізла Машка Алкашка Захарова. Мария Владимировна Захарова, да, директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД, выходит с нами на связь. Мария Владимировна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Заждались мы вашего включения. Як чуєте, виходить на зв'язок, а хотілося б, щоб у вікно, щоб ми так і не дочекалися на цей черговий парад лицемірства. Але це так, ліричний відступ. Ну що ж, давайте подивимося, що там цього разу наплела з похмілля Захарова. Этот вирус запущен Соединенными Штатами не сейчас. Это глубинная прошивка их внешней политики. Они делают это из года в год, из десятилетия в десятилетие. Я, честно говоря, не могу вам сказать, не являюсь настолько специалистом по Соединенным Штатам, не являюсь вообще американистом, чтобы точно знать, была ли такая установка, так сказать, при создании Соединенных Штатов Америки вот пару сотен лет назад, когда организовывалось это государство, или они все-таки исходили из того, что будут, так сказать, основываться на, в большей степени на своей внутренней политике, им не нужно будет бесконечно создавать эти очаги хаоса в мире для того, чтобы поддерживать себя на плаву. Как бачите, в палате все стабильно. Та цікаво те, що в той час, як російська економіка переживає не найкращі часи і впевнено йде на дно, туди, знаєте, слідом за російським кораблем Захарова промиває громадянам Федерації мізки тим, що це Сполучені Штати Америки зараз ледь там кінці з кінцями зводять. Як вам? Соединенные Штаты Америки, если говорить по цифрам и по тенденциям, по реальным фактам, находится, в общем-то, в состоянии банкротства, потому что и государственный долг, во-первых, он ничем не обеспечен, кроме как печатным станком и, так сказать, банкой с чернилами, которые туда заправляются, и он превышает их внутреннее производство. Это реальные цифры. Вчера, ну, скажем так, в течение суток, Илон Маск, который сейчас, ну, судя по всему, является чуть ли не
гуру американской внутриполитической, да и во многом внешнеполитической стратегии, сказал, что Соединенные Штаты Америки находятся в предбанкротном состоянии. Ну, видимо, чтобы не всех там сразить и шокировать сразу, он сказал о предбанкротном состоянии. Как им выходить из этих ситуаций? Где находить силы, возможности? Этих ресурсов нет. Я ж вам це показую для того, щоб вкотре нагадати. З цими тотальними і цинічними брехунами немає про що говорити. Повірити, чи то їм, чи то Путіну, справа марна. Я б навіть сказала, непорядна. Щоправда, ось тут варто пригадати, що московити зараз киглять, що це з ними непорядно вчиняють інші.